Служба экстренного вызова 112 в следующем году начнет работать во всех регионах Сибирского федерального округа. Об этом сегодня заявил начальник регионального центра МЧС Сергей Диденко. По его словам, наибольшая степень технической готовности сегодня в Новосибирской области. Напомню, на создание системы 112 в регионе потратили около 300 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов. То, чего надо достичь, чтобы житель любой взял телефон, любой, позвонил по любой проблеме по одному номеру, и это стало предметом для немедленного реагирования.